релакс максимальный, мы не можем без музыки, абсолютно. То есть, если где-то, например, ну, прям жестко хреначит, скажу так, мы просто чуть прибавляем звука, потому что взрывы уже надоели, а музыка, она очень сильно релаксирует, она успокаивает, ты не боишься. В основном, у нас либо играет техно, либо играет вардруна, вот что-то такое, транс-музыка. Слышь, подвинь сразу. Я понял. Разделяться это не будет. Посмотри, я всем сказал, мы даем хлеб только пенсионерам. Правильно. Молодец. Да, это есть кулечек? Они там говорят, что они будут. Я сам так понял. Сейчас мы собираем наборы. Наборы составляются, значит, две консервы, батон, это будет передано людям, либо же мы обменяем это на ящик мяса и повезем уже детям. То есть, в первую очередь, наша задача накормить именно стариков и детей, тех, кто действительно нуждается. Памперс. Одна рядом помогает, а третий спит. Заходите, просто носочка в латёхлой сували. Водички сколько мог, взял. Спасибо огромное, ребят. Ну, у нас 1,5 баклажки осталось. Слышишь? Да. Сыр. Ой, горошек. Сыр. Горошек. Ты недовольный? Бабушка, выходи. Пакеты пусть тут лежат. Давай мешки. Ребят, спасибо.